Здравствуйте. Меня зовут Самойленко Наталья. Я хочу попросить вас о помощи. Для многих не секрет, что основная наша деятельность – это, помимо продажи растений, конечно, это популяризация ландшафтного дизайна и ботаники в целом. Поэтому появился канал. Поэтому на канале есть рубрика «Охотники за растениями», где мы рассказываем о ботаниках. Поэтому есть рубрика «Садовых героев», где мы знакомим вас не только с интересными садами, но и с хозяевами этих садов. Поэтому мы выпускаем бесплатный каталог растений по северо-западу. Именно по этой же причине у нас ежегодно в зимний период в нашем садовом центре проходят бесплатные лекции на садовую тему. И именно по этой причине прошлой зимой наш маленький коллектив придумал настольную игру. Это первая настольная игра для садоводов. И нам очень важно, чтобы об этом узнали. Нам очень важно, чтобы она стала популярной. И мы решили снять серию небольших веселых сюжетов, серию рекламных роликов, именно посвященных настольной игре. Для нас это необычный опыт. Мы не рекламщики, мы не маркетологи. И просьба заключается в том, что если вам понравится какой-то сюжет, помогите об этом узнать остальным. Делайте перепосты в социальных сетях, ставьте лайки и дизлайки, критикуйте. Нам важно не только, когда вы нас хвалите, но и критикуете. Каждую субботу, начиная с 27 октября, на канале Европлант Лайф будут показываться веселые истории. Поддержите нас. На этом все. Увидимся. Вам еще что-нибудь нужно?